Эта история уже 8 лет, и никто до сих пор так и не знает, что же на самом деле случилось с подъездной дорогой к деревне Ильчибага Усть-Ишимского района. В 2012 году на ее ремонт было выделено более 9 миллионов рублей из федерального бюджета. Однако, как уверяют местные жители, внушительная сумма прошла мимо населенного пункта. В итоге ни денег, ни щебня, ни дороги. На все претензии местных жителей чиновники обвинили самих людей в воровстве той самой щебенки. Наша съемочная группа отправилась туда, попыталась отыскать пропажу и выслушала мнение сторон. Эта история сильно похожа на детектив, вот только развязка, скорее всего, уже никогда не настанет. Не верят в правду и справедливость жители села Ильчибага. Когда они узнали, что подъездной путь к селу будет отремонтирован, радовались всем миром, встречали баржи и КамАЗы. Но вот когда самому населенному пункту досталось всего 3 машины щебня, удивились и расстроились. Видать, глава администрации решил по-своему, что надо, дорога нужнее в Усть-Ишиме, там еще где-то, я не знаю. Но вот видите, вот я вот живу вот здесь, то есть мне приходится через всю деревню ехать. Насыпали, ну я по крайней мере слышал, что 3 КамАЗа высыпали вот в той стороне. То есть сперва привезли глину, супись, перемешали там, насыпали чуть-чуть гравия. Ну на этом все. То есть гравий вот на этих улицах, на этой улице, то есть километр вот получается эта улица самая длинная в деревне. Нету ни одного щебня. То есть украденный мошенническим способом или не мошенническим, как они там по бумагам провели, что в деревне не оказалось дорог. Сегодня здесь самый распространенный транспорт – болотоход. Иначе в распутицу по отремонтированной по документам дороге не проехать. Многие бросают транспорт на трассе, автобусы сюда давно не заходят. Расстояние до Большака всего-то примерно 1 километр, но эта дорога для местных жителей по 9 месяцев в году становится непреодолимым участком. Страдают и мучаются как дети, так и пенсионеры. Бабушкам, конечно, тяжело. И вот я сейчас, автобусы не ездят, некоторые места далеко идти, приходится сама возить. А дорога такая, что за бабушками не заехать иногда бывает так. То есть вы тратите свои деньги, свои силы, свою энергию, получается? Да. За то, чтобы свозить бабушек в больницу в Усть-Ишим? В Усть-Ишим езжу за лекарствами покупать. А почему вы это делаете за свой счет-то? Ну, бабушек жалко. Когда жители забили тревогу, чиновники Усть-Ишимской администрации обвинили людей в воровстве той самой щебенки, мол, растащили по огородам. Ильчибагинцы говорят, все, что не утонуло при разгрузке, уехало не в том направлении. Свалилось у них все. То есть они сюда на плавкране притащили щебень. Ну, щебень это на пароме было. Так, на пароме, ага. Выгрузили, выл. И все смыло у них, вертыш. Потом кран приехал, то, что смогли вытащить, вытащили. И вот обвинили население, что обокрали. Обокрали чиновников, да? А много утонуло? Чиновников, а что щебень, мы по дворам растащили все. Много щебня-то утонуло? Не знаю, не а могу кто сказать. Знает это все теперь? Кто не знает? Под Иртышом-то я не знаю, сколько там лежит. Ну там еще есть остатки? Есть, наверное, ну. А где вы что видите, что мы растащили? Мы ничего не видим. Ну вот. То есть вы не трогали щебенку с дороги? Нет. Там труба должна была лежать, вот видите, нету трубы. Ваш дом крайник этой дороги, да. Вы ничего не видели? Нет. Жители ничего не брали. Говорят, что местные жители растащили. Да, ну, нет. Вы так не брали гравий? Нет, а зачем мне эти гравии? Зачем, для чего? Ну, для стройки в огороде что-нибудь. Нет. То есть чиновники врут, получается? Ну, конечно, наверное. Так? А как же еще сказать им? В Рио главы Усть-Ишимского района Александр Сидельников, почетный дорожник России, не согласен с мнением народа. Он уверяет, дорога имеет грунтово-щебеночное покрытие, а значит, с течением времени 9 миллионов просто провалились под землю. Никакого криминала, это природное обстоятельство. Он же не предусматривается как покрытие на все века, да? Он как есть покрытие переходного типа, то есть когда-то оно должно закрыться асфальтом, но когда это будет? Тем временем местный парнишка Линар показывает нам место разгрузки. На берегу Итыша еще видны остатки щебня. Каждой весной его все сильнее смывает в реку. Местный пляж уже давно из песчаного превратился в щебеночный. Жители Ильчибаги называют эти места дорожным захоронением. Сидельников как сказал, ильчибажинцы сами в мешках перетаскали этот щебень, который тут лежал у нас. Ну и все. Но ведь это 3 баржи. Да.
Ну, там половину утопили, они там хотели экскаватором вытащить. Ну, повытаскивали, а потом в КАМАЗах просто увезли. Это кто такое говорил-то? Кто кому предъявлял эти претензии? Я не знаю. Люди так говорят. Не знаю, я такого не слышал. И вообще я представить не могу, как такое можно сказать. Это... Ладно, там пришла один КАМАЗ. Ведро утащил, да, вроде как. И то это незаметно. Ну, а когда там приходит боржа 1500 тонн, как ведрами можно ее растащить? Это глупости. Украденная дорога, по словам ильчибагинцев, дополняет список проблем жителей села. Все отчетливее люди понимают, что правящие режимы и партия власти загоняют страну в глубокий кризис. И щебень здесь выглядит мелкой крошкой. Какое может быть отношение, к, если они воры настоящие, глава администрации нам прямо в, чуть не в морду плюнул, сказал, вы растащили. Ну мы куда, вот хоть где-нибудь эта щебеночка одна, где-то у кого-то, если бы хоть один взял. Ну я прошелся по огородам, признаюсь, да. И не увидел ни у кого. Нет, нет, неправда. Это они сами и налево, и направо, и в Тевриский район продавали, и в Устишимский район. И, в общем, у него там, в общем, хоромы, говорят, у этого. Он заворовался, этот Сидельников его... Выгоняли, но отмазался. Противостояние мнений и фактов длится уже несколько лет. Похоже, правда в этом деле утонула вместе с тоннами щебня. А дорога вернулась в свое первоначальное состояние. Константин Ткачев, Александр Филиппов, Обком ТВ. Экологическая катастрофа угрожает не только Омску. Задыхаются люди и в некоторых районах. Так, к примеру, жители сразу нескольких улиц в Колосовке едва ли не каждый день испытывают приступы мигрени. Всему виной асфальтобетонный завод. Выбросы накрывают поселок под угрозой и урожай на участках. Все это своими глазами увидел депутат законодательного собрания от КПРФ Константин Ткачев.